У гэтую ноч у бібліятэцы не бралі кнігі. Наведвальнікаў чакала незвычайнае шоу «Бібліафьюжн». Літаратурны квест, фотасушка, гульнявы партал, музычна-танцавальны джэм – далёка не ўвесь спіс падрыхтаваных мерапрыемстваў. Упершыню у Гомелі адбылася выстава мабілаграфіі. Фотаздымкамі з телефона падзялілася фотокорэспандэнт Ганна Пашчанка. Здесь представлено 14 рамок, в каждой рамке по 4 фотографии, которые объединены какой-то темой. И они все 14 таких идей, которых я хотела показать. Акция «Біблія-ноч» ладится уже третий год, але каждый раз гамельчан чакают сюрпризы. Бесплатный кубок кавы отримали у подарунок гамельчане, которые у эту ночь записались в библиотеку. Такой махчимостью скористались 50 человек. Большая частка из их – подлетки. Мы акцию этого года решили посвятить молодежи, но разных поколений взяли. И современной молодежи, и людям уже постарше. У адпаведнасці з гэтай узроставай канцэпцыяй і будаваліся пляцоўкі. Людзі маглі і павесяліцца, і атрымаць новыя веды. Пры гэтым бібліятэка заўсёды адкрытая новым прапановам ад чытачоў. Хорошо было бы разбіваць на определённыя блокі всё это здание, где только фотографии, к примеру, а там только музыка. Ну, в общем, то, что даже такие вещи творятся в Гомеле, это очень хорошо по той причине, что да, у нас немножко этого не хватает. Катерина Сапельникова, Александр Токаров, телерадиокомпания «Гомель».